Друзья мои, добро пожаловать в нашу маленькую колонию, в которой тепло, уютно, нас постоянно атакуют монстры, но мы не сдаемся и продолжаем развиваться, ведь это игра, которая называется Колонии Survival. Зовут меня Перпетум или же Александр, и посмотрите на этих милых слуг, которые готовы не спать ночами, а защищать покой других слуг, которые в это время тоже не спят, они просто лежат, друзья. Я вот что подумал, с каждой ночью монстров становится все больше и больше, они агрессивнее, они пытаются добраться до нашего герба, до нашего знамени и как-то его разрушить. Поэтому нужно предпринимать какие-то оборонительные меры. Да, еда это, конечно, хорошо, размножение это тоже неплохо, но для размножения у нас не хватает ресурсов, поэтому, друзья, мы будем закапываться глубоко под землю, добывать там камень для строительства стен крепостных и добывать руду для строительства новых коек. Что странно, им нужны койки именно с гвоздями. Можно было бы собрать неплохие койки из древесины, не используя гвоздей и молотков. Но ладно. Раз они такие привередливые, чтобы хорошо работали, они должны хорошо спать на хороших кроватях. И смотрите, я уже кое-что тут немного подготовил. Сперва я думал, что шахтера можно установить вот на этот э, серый камень. Оказывается, нет. Нужен специальный черный камень, до которого мы с вами и будем копать. Я думаю, блин, это можно сделать прямо сейчас. Тут будет наша великая шахта располагаться. Так, не знаю, смогут ли наши рабочие прыгать на один блок вверх. Надеюсь, что да. Потому что если нет, то как они выберутся отсюда? Или как они сюда заберутся? Это очень важно. И да, каким бы королем я не был, мне все равно приходится самому месить грязь и камни. Это прикольно. О, что-то там. Колонист, что-то там. Э, баб добрался до баннера, монстр! Мне, короче, нужно поставить еще одного, как минимум, охранника. Что ты здесь делаешь? Вот сюда, потому что постоянно тут происходит прорыв монстров. Дружище, иди сюда, я тебя встречу радушно, накормлю звездюлями. Отлично, давайте сразу это сделаем, потому что... Ну, проблемы испытываю я постоянно. Прачник, лук, самопал, дневная охрана. Я могу лук сделать? Нет, у меня только прачники. Ночная охрана, он будет стоять у нас, пожалуй, где-то... Ну, здесь идеальное место. Куда ты идешь, друг? Прости. Все, совсем разобрались. Ягоды добываются. Древесина добывается тоже. Что у нас по еде? Ну, еды дофига. Мы буквально обмазываемся едой. Значит, мы готовы принять новых потенциальных колонистов. Это здорово. Но для этого мне нужна руда. Придется немного посидеть в земле, вспомнить былые времена Майнкрафта. Я уже даже толком не помню, как он выглядит. Как же давно это было. Там, наверное, столько изменений произошло. Надо будет как-нибудь ради интереса зайти туда. Записывать я не буду, конечно, но для себя надо будет заглянуть. Интересно, реально. Он же продолжает развиваться. Так, -с. Где эти гребаные черные камни? Они что, скрываются от меня под землей? Нет, серьезно. Насколько глубоко нужно вырыть яму? Это что? Какой-то обсидиан? Или супер редкая руда? Я уже не говорю прометь, которая мне так нужна. Или, упаси Господи, железо, которое, может быть, мне и не нужно, но я бы хотел получить железо. Просто я не знаю, куда его тратить. Так, буду устанавливать факелы, чтобы не заблудиться. Копаем дальше. А это не черный камень случайно, стоп. Нет, это точно такой же камень, просто падает тень. Таким образом, что окажется, что он немного темнее. Жесть, я через месяц только выберусь из этой шахты. Давай еще, Саш, пару блоков. Я думаю, недолго осталось. И даже первоначально можно будет попытаться собрать стену из того, что мы добыли здесь. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, по-моему, я чего-то откопал, друзья. Что-то красное напоминает либо железо, либо медь. А это что? И это что? О Ох, вот это зашибись. Так, с нам потребуется... Нет, не стражник. С нам нужна шахта. Шахта, Шах, шахтер, так, все, шахтер, шахтер, шахтер и шахтер. Четыре шахтера, посмотрим, с какой скоростью они будут добывать все эти ресурсы. Я заранее установил сверху ящик, но, наверное, он находится слишком далеко. Нужно поместить его ниже. Так, вот так, да. Чтобы ребята могли сразу же туда складывать полученные ресурсы. Где мой ящик? Иди-ка сюда, малыш, ты мне пригодишься где, где, где? Вот он ты. Ха-ха, прекрасно. Ну что, кто спускается в шахту? Или все работают на ферме? Эй, шахтеры. Ребята. Чё? У меня, похоже, свободных ребят-то вовсе и нету. Все заняты делом. Кто-то пытается что-то мастерить. Кто-то добывает ягоды, кто-то древесину. Да, это проблема. Это проблема. Давайте посмотрим. Может, хватит мне такие... Гвоздей на еще одну кровать. Нет, не хватает. Блин. Для кровати нужно 8 медных гвоздей. А у меня всего лишь один маленький медный гвоздик. Значит, нужно убрать, наверное, вот эту штуку. Тогда парень освободится. И сможет заняться делом. Наверное, да ведь? Там, понимаешь, чувак, как бы перед тобой уже ничего нету. Ты пытаешься голыми руками штамповать гвозди. Обана. Оделся в черные одежды. И пошел. О, так я могу же сам немного меди добыть тем временем. Точно, что это я затупил? Вот это косяк. Я ж мог бы сам добыть. Так, давайте добудем. Отлично. Это же медь. Скажите, пожалуйста, что это медь. Да, это медь. Так, а когда этот блок исчезнет, что он будет делать дальше? Мне интересно знать. Ой, это нам тут не нужно. Что он будет делать дальше? Сколько у меня меди? Одна единица. Чувак, должно быть сейчас две. Безработных минус два. Нет, а куда он девает медь? Ладно, думаю, он потом ее занесет в ящик, и все будет хорошо. Кровати 18, колонистов 15, Безработных минус два. В смысле, они что, куда-то ушли или что? Я не понял прикола. Куда? А куда ты? Ты тоже в шахту спускаешься, друг? А нахрена ты туда идешь? А, он, он еду хотел там взять. Нам, короче, нужен еще один ящик, черт побери. Шесть меди, офигеть, он добывает ее. Нам нужен еще один ящик, чтобы ребятам не пришлось далеко бегать. Ну, почему ты не побежал туда, не сложил еду, я немного не понимаю. Ладно, я сделаю для тебя быстро и четко ящик. А, медные гвозди нужны. Хорошо, мы наделаем медные гвозди на все деньги. Так, с э, это сюда. Сделаем сразу один ящик. Э, вот сюда мы его поставим, пожалуй. Так. Вот. Далеко бегать не придется. И начнем ставить еще кровати. А что значит э, минус два? Это типа ушли или двое ничем не заняты? Вот что мне интересно. Вроде бы все при работе... Эти ребята охраняют ночью наше владение. Остальные же непонятно. Ладненько, еды достаточно. Я думаю, кровати можно поставить. Хуже точно не будет. Так, вот только куда их поставить. Ну, давайте здесь. Так, это будет выглядеть. Ну, и можно начинать возводить э, наше укрепление. Где оно берет свое начало. Хотя бы одну сторону я защищу, уже будет прекрасно. Давайте сделаем как-то... Ой, какая красота. Блин, этот красивый кирпич. Как-то хотя бы так. Насколько я знаю, монстры не могут прыгать на два блока. И это хорошо. Первоначальное укрепление, конечно, будет кривоватое, не супер красивое, но потом мы над этим поработаем. Сейчас главное просто хоть как-то обезопасить себя. И отхвачу я побольше территории на будущее. Думаю, вот эти поля мы тоже заберем. Там будет что-то расти вот так это будет выглядеть. Неплохая территория, как по мне. И продолжаем дальше ее огораживать. Кирпич сюда, кирпич туда, кирпич к кирпичу. И настроение становится лучше. Вот-вот ночь наступит. Придется мне как-то возвращаться, потому что если я погибну, погибнет вся моя молодая империя колонистов. Жесть. Да уж. Надо здесь будет выровнять, чтобы красиво было. По два блока теперь ставить. Ну, зато хотя бы отсюда монстры уже прийти не смогут. Два блока — это непреодолимая для них преграда. Это даже больше будет походить не на какую-то крепостную стену, а на маленький деревенский заборчик. Но ну, она а без рыб и рак рыба. Так, с э, еще каменные кирпичи. Давайте. так где мы уже? Надо вот эти деревья хотя бы забрать. И надо будет организовать какой-то проход нашим жителям. Да, останавливай. Чтобы можно было выходить. У нас же ведь все-таки цивилизованная крепость. Такс. Ну, почти-почти. Давайте дойдем. Наверное, даже до земли вот до этой, да? Эту территорию мы тоже попытаемся оккупировать. Почему бы и нет. Так, а монстры-то идут уже или нет? Я пока никого не вижу, но мне становится все страшнее и страшнее. Сейчас доведу до той возвышенности и на этом пока строительство прекращу свое. Где же, где же, где же эта возвышенность? Вот она. Добрались, отлично. Надо бы возвращаться домой, пока не поздно. Монстров я уже вижу. И да, они перебираются через одинарную стену. Это плохо. Это просто ужасно. Колонистов. Стоп, а у нас что, колонистов не хватает? На страже порядка стоит. Раз, два, три, четыре. Раз, два, пять. Пять на страже порядка. Кровати пустые. Две, три, шесть, семь, восемь, девять. Стоп, у нас реально не хватает коло... А куда колонисты-то подевались? Я не понял. В чем проблема? Может быть проблема в счастье? Так, счастье какое у нас? Норма калорий 2000. Полное счастье 30. Экзистенциальная часть счастья плюс 25. Население минус 15. Давайте увеличим, может быть, количество калорий. Я не могу увеличить количество калорий. Только если так. Пускай жрут больше ягод, тогда они будут счастливее, ибо ягод у нас много. Но куда деваются колонисты, друзья? Если из вас кто знает, в чем причина, пожалуйста, сообщите мне, это очень важно, потому что мне жалко их. Я для них стараюсь, все делаю, они просто взяли и ушли. А причин я не знаю. Так, суп. А, -а, -а, -а елки, палки, друзья, вербовка. Вот это другое дело. У нас были незавербованные колонисты. Совсем из головы вылетело, что их нужно вербовать. Я думал, они автоматом приходят. Хотя сам знал, что их надо вербовать. Косяк. Ха -ха, косяк, друзья, косяк. Хорошо, что по ягодам. Да, ягод уже поменьше. Но мы построим еще поля. Так что это небольшая проблема. И хочется разведывать шахту. Посмотреть. Это, а что значит вот это красное? Это конец нашей... А, это конец нашей территории, друзья. У нашей территории есть конец. Все-таки. Вот он. Да. Хотя, например, в ту сторону... Да, это конец. Возможно, это неудачное расположение для шахты, поэтому, ну... Ты куда пришел, друг? Ну, сдохни. Придется ее повернуть вот в эту сторону, тогда будет больше прока. И смотрите, блок-то не разрушается. Значит, никто сзади не подойдет ко мне. Значит, значит, можно найти там камень черный. Здесь тоже мы прорубим, чтобы было больше места. Как бы поступить так. Красиво. Здесь тоже придется блоки ставить. Тогда спуск получится. Ну ладно. Сейчас что-нибудь сообразим. Блин, тут дофигища ресурсов. А что вот это такое? Это, друзья, олово. Ну, олово мне не нужно, блин. Мне камень бы найти. А вот и черный камень, друзья мои. Все. Разобрались. Вот шахтер сюда. Шахтер сюда, 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 сюда. И вот еще черный камень. И не сюда. Вот сколько будет свободных людей. Пускай все ползут в шахту и начинают что-то делать. Безработных минус 4. То есть нам нужны еще люди. Что у меня по меди? 11. Отлично. Сейчас мы всех наймем. Все будет отлично. Дофигища гвоздей. А это значит дофигища кроватей. Еще 6 штук. Как раз то, что нужно. Ух, начинаю разбираться, начинаю понимать. Отлично. Установим кровати. Ну, в общем, здесь. Потом их можно будет перенести. Сделать более красивое и укромное место. Пока я натыкиваю их просто так, чтобы, ну, чтобы хоть кто-то у меня был и жил. Осталось посмотреть, насколько быстро будет добываться камень. И я надеюсь, это будут каменные кирпичи, в которых я сейчас так нуждаюсь. Ничего другого мне больше, в общем, и не надо пока. Калории 74 тысячи потребления. Про ягоды я пока чего-то не задумываюсь. Ну ладно, это не беда. Сейчас хочу стену делать. А где бы выход организовать? А выход будет где-нибудь там. Хорошо. Так я хотя бы обозначу свою территорию. Пускай просто пока у себя в голове. Территорию, которую я буду обстраивать, занимать и развивать. Дальше будем думать, что делать дальше. Пока разобраться бы хотя бы с этим. Докуда, кстати, территория. Это уже не моя территория. Но там есть апгрейд, который позволит эту территорию сделать моей. Это будет несколько позже. После, разумеется, обнесения стеной и получения ресурсов. Давайте сделаем, наверное, крепостные ворота, где-то криво, где-то здесь. И организуем небольшой коридор. Коридор чести, через который будут проходить монстры в случае необходимости. А охрану мы поставим тут. И в итоге небольшим отрядом мы сможем полностью оборонять свою деревню. План такой. Такс, такс, такс. А как крышу строить? Вот мне интересно. Можно ли построить здесь крышу? Если да, то как вообще? Так, сладенько. Кстати, вот эту траву можно будет убрать и просто земли выровнять. Почему бы и нет? Это тоже неплохой вариант, как по мне. Закончился кирпич. Жалко. Эх, я бы строил и строил. Ну все, пока на этом все. Вот такое у нас что-то получаться будет в обозримом будущем. Пока до...